До момента съемок столько информации про ВИЧ у меня не было, наверное, за все 6 лет, в которые я живу с диагнозом. Я боюсь быть отвергнутой обществом. У меня несколько моих подруг очень близких, они до сих пор не знают. И вроде бы я могу открыто об этом говорить с незнакомыми абсолютно людьми и могу даже говорить на камеру про свой диагноз и рассказывать, что это не так страшно и что с этим можно жить, а своим близким подругам я до сих пор не могу об этом сказать. Люди не знают, не хотят знать, не хотят вникнуть в суть проблемы. Все просто от невежества.